Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев, а вместе со мной комментировать последний матч чемпионата Food Champions Weekend League будет, конечно же, Константин Генич. Да, Георгий, на протяжении всего уикенда мы наблюдали отличное зрелище. Хозяева поля, например, провели добротный турнир. Не все у них получалось, но в общем и целом своим выступлением они могут быть вполне довольны. Как бы то ни было, болельщики явно следили за играми своей команды с интересом, а клуб извлечет для себя финансовую выгоду и продолжит усиливать состав. Вот такой состав и в такой расстановке сегодня сыграют хозяева. Мы это с вами видим сейчас на экран. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Пас в разрез очень точно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Интересно, у нас сегодня вывеска. Есть пара звездных игроков. Игра должна получиться крайне увлекательной. Верно, Константин? Посмотрим. Эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. И задача защитников и той, и другой команды постараться не дать им развернуться и не сыграть. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Это может быть... Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Терпеливо ждут они своего шанса. Это момент. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Пока неплохо. И в разрез. Шикарно. Лейтон Бейнс. Он бьет. Выше ворот. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны. И важно было не сорвать перспективную атаку. Адам Лалан. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Уэйн Руни. Руни. Может получиться интересная атака. Голкипер забирает мяч. Отличный пас в разрез. Штрафной удар. Отсюда можно и пробить. Нарушение. И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды, но рано обрадовались. Пол стадиона на ноги вскочило. Даже мы с Георгием подскочили. Оказалось, зря. Отличный удар. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Набиль Фики. Казимир. Отлично сыграно, надо решать. В этой атаке оборону пройти не удалось. Какой удар! Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч, не подобраться. Мяч отобран чисто, ну-ка, кто к нему успеет первым? Как он работает с мячом. Всех обыграл. Азар. Уэйн Руни. Туре. Атака продолжается. Судья дает играть. Прекрасный подкат. Без нарушения правил и мяч у него. Я Туре. Уэйн Руни. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Туре. Адам Лалан.
Это может быть опасно. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Александр Лаказет. Это может быть опасно. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Играет он головой, сумел сохранить мяч у своей команды. Туре. Н'Голо Канте. Тут может что-то получиться. Отлично. Лаказет! Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Туре. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Две минуты. Диоко. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Лаказет. Итак, первое. Это чемпионат Food Champions Weekend League. Последний тур, последний тайм. Иско. Казимир. Пока неплохо. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Эден Азар. Атака остановлена, но кто получит мяч? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Эден Азар. Посмотрим за этой атакой. Уэйн Руни. Адам Лалан. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Отобран мяч. Надо возвращаться. Очередной точный пас в его исполнении. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Не стал давать свисток арбитр. Арбитр назначает штрафной. Казимир. Грамотный пас, все по делу. Плохо сыграно, мяч потерян. Уэйн Руни. Аларкон Суарес. Убрал защитника с дороги. Пол команды решил пробить. Штанга! В этой атаке оборону пройти не удалось. Анджело Огбон. Лаказет. Набиль Фекир. Какой сейв! Вратарь творит чудеса. Угловой. Анджело Огбон. Лаказет бьет. И счет все еще остается прежним. Руни. Н'Голо Канте. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Руни. Уэйн Руни. Отлично сыграно. Надо решать. Атака остановлена, но кто получит мяч? Уэйн Руни. Какой прекрасный пример отбора мяча. Казимир. Лаказет. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Итак, у нас аут.
Кайл Уокер. Нголо Канте. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Руни. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Уэйн Руни. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Аларкон Суарес. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Серхио Агуэро. Будет замена в домашней команде. Готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игру. Ля Казет. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. 15 минут до конца основного времени матча. Агуэр. И красиво, и полезно. Замечательная передача. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Потеря. Александр Лаказет. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Руни. Голкипер забирает мяч. Пока неплохо. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Есть шанс выйти вперед. Отличный отбор в самый последний момент. До конца игры 7 минут. Александр Лаказет. Отличный пас в разрез. Шикарный момент. И на месте голкипер. Уэйн Руни. Серхио Агуэро. Кайл Уокер. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Иско. Нголо Канте. Может получиться интересная атака. И надо выигрывать матч. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Главная задача голкипера – не пропустить. И сегодня с этой задачей вратарь справляется. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Команда устали, игроки провели на поле 90 напряженных минут. Но теперь надо собраться и провести еще дополнительное время. Тут может что-то получиться. Казимир. Роберто Фирмино. Великолепный пас. Роберто Фирмино. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Казимир. Ля Казет. Это может быть опасно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Забирает мяч голкипер. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Посмотрим за этой атакой. Тео Уолт. Фернандиньо. Команда проходит пытку угловым. Выдержит ли?
Морейра, Мариньо. Счет не изменился, по-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно... Он с мячом продал. Лякасе! Вратарь! Вот это сейв! Вратари сегодня заработали дополнительные аплодисменты. Оба пока играют на ноль. И навес. Фекир. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Атака остановлена, но кто получит мяч? Это может быть опасно. Закончился первый тайм. А у нас начались вторые добавленные 15 минут. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Опасная передача. Эден Азар. Казимир. Роберто Фермин. Азар. Когда соперники видят его финты и ложные замахи, они дружно кричат «Верим!» и падают к ногам Азара. Даже при живых Месси, Роналду и Неймаре Эден Азар является самым эффективным... Матич! И что это? Гол! Понятно, что выпустив этого игрока, тренер не прогадал. Удар-то у него классный, нацеленный. Он хотел попасть в левый нижний угол. И именно туда мяч и отправил. Знаете, этот гол как первая капля дождя. Все время тучи висели. Но вот первый гол случился, и упала первая капля. Ну и дальше пойдет, я думаю, вообще ливнем. Должно, по крайней мере, пойти повеселее. Заканчивается дополнительное время. Осталось играть еще 7 минут. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. До конца второго добавленного тайма остается 5 минут. Отлично сыграно, надо решать. Фернандини. Агуэро. Этого игрока часто сравнивают со знаменитым Ромарио. Есть у Агуэро тот самый... Он бьет! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Концовку матча команда проводит в атаке. Они получили право на угловой и, если забьют, будут выигрывать уже 2 мяча. Ну что, последний шанс отыграться. Тут защита справляется с потерей мяча. Матч завершен, и благодаря сегодня...